Всем привет! Пришло время перейти непосредственно к прыжкам, и начнем мы с простого прыжка с переводом кайта. Суть этого прыжка состоит в том, чтобы создать кайтом тягу и направить ее вверх. Прежде чем идти на воду, попробуйте создавать тягу и прыгать на берегу. Чтобы создать кайтом тягу, надо направить его в центр ветрового окна. Для этого нужно резко развернуть переднюю кромку кайта. Чтобы прыгнуть, нужно разогнаться, кайт медленно выводить вверх, остановить его на 11. После этого резко его дернуть в обратную сторону, чтобы передний край резко развернулся. И в момент, когда вы чувствуете, что уже начало сильно тянуть и не можете больше упираться, послать кайт обратно на 12 часов и выпрыгнуть. Очень важно на протяжении всего времени сохранять натяжение в стропах. Для этого доску нужно поставить на ребро. И в момент отталкивания, когда кайт стоит на 12 часах, доска должна стоять на ребре. В момент отталкивания нужно сохранять натяжение в стропах, поэтому нужно откидываться назад и лечь в трапеции. Желательно сгруппироваться и потянуть к себе ноги, тогда будет натяжение больше. Когда вы чувствуете, что идете на приземление, нужно разгруппироваться, направить доску вниз по ветру. Постарайтесь приземлиться сначала на хвост, а потом уже полностью на всю доску, так будет приземление мягче. Бывает несколько причин, по которым может не получиться прыжок. Первое – это вы толкнули слишком рано, когда кайт еще не дошел до 12 часов, либо вы толкнули слишком поздно, когда он уже ушел далеко за 12 часов. Отталкивание чем-то похоже на остановку, только здесь вы не полностью тормозите, а наоборот, при этом еще отталкиваетесь от воды назад от кайта. Очень важно, чтобы этот момент отталкивания совпал с тем моментом, когда кайт проходит 12 часов. Очень важно, чтобы после отталкивания, когда вы летите, кайт стоял на 12 часах. И потом его нужно переводить в ту сторону, куда вы хотите поехать, перед самым приземлением. Важно подтянуть к себе планку и держать напряжение стропы во время всего прыжка. Тогда кайт будет быстрее и лучше реагировать. Спасибо за внимание. В следующий раз мы рассмотрим прыжок в транзишн.